Скорость этого мотоциклетного вихря на льду Ленинградского мотодрома превысила 100 км в час. Так проходили первые два этапа первенства Европы по мотогонкам на льду. На трех остальных этапах, которые состоялись в Москве и Уфе, звание сильнейшего мотогонщика Европы завоевал Борис Самородов из Уфы. Болельщики довольны. Заезд за заездом выигрывают советские спортсмены. А в Ленинграде лидером был тоже уфимский спортсмен Кадыров, прошлогодний чемпион.